Бывший муж разоблачил Розу Сябитову, грош сына всей славы, известной в России свахи. Они разошлись 6 лет назад, но о Юрии Андрееве говорят до сих пор. Роза Сябитова не раз называла проблемы своего брака и упоминала, что бывший муж часто проявлял жесткость, из-за этого они разошлись. Сам мужчина долго хранил молчание, поскольку пережил развод и не хочет о нем вспоминать. Но из-за того, что экс-жена при каждом удобном и неудобном случае постоянно говорит об их совместной жизни, он решил рассказать, как все было на самом деле. Причиной их расставания, по словам бывшего супруга, стал скандал, связанный с ее якобы избиением. Юрий никогда не трогал жену. Вся история придумана ей самой, ради славы. Роза предложила мужу написать Андрею Малахову о побоях, что они сделали, даже фото отправили. И такое началось. Меня окрестили тираном, а к Розе пришла долгожданная известность. После этого развода было не избежать, вспомнил Андреев. Теперь оставшей широко известной супруге он бы давно забыл. Да и ее высказывания мешают его карьере. Мужчина мечтает, чтобы бывшая жена от него просто отстала. Он занимается бизнесом и о личной жизни не распространяется.